Привет всем, с вами Аня, и я хочу снять видео про мои подарки на 8 марта, еще плюс конкурс, как бы он без призов, так будет интересно. Сейчас я не буду как бы себе показывать, ну может покажу, просто мне некому снимать. Вот, ну и начнем. Я хочу начать с моего школьного подарка. Это нам подарили в школе такие альбомчики. Сзади вот так вот. Вот. Мама мне подарила вот такой рюкзачок. Тут два отделения. Вот тут это такое отделение. Вот там папки, все там не очень нужное. Сейчас. И второе отделение. То есть первое, наверное. Второе это первое. Вот. На там учебник. Сегодня 9 марта. Вот. И вот такую мне подарили футболку. Такую. Во-первых, я хочу поздравить всех женщин с 8 марта, потому что он был вчера. Я вчера не успела, сегодня в школу, у меня тут появилось время. Начнем конкурс. Конкурс у меня будет. Вам надо, во-первых, снять видео про ваши подарки на 8 марта. Или, в общем, поздравлять всех женщин с 8 марта. Этот конкурс будет с 8 марта. По 5 апреля. И вы можете по-любому снять. Можете с подарками, можете без. Обязательно вы должны написать про свое видео, то, что сняли, и напишите то, что мои подарки на 8 марта, поздравления для канала Елена Подкаминская. Вот, победители будут обозначены 6 апреля. Я буду считать, я сама буду как бы отвечать, и вы будете как бы обозначаться самыми такими уважательными. Вы будете очень хорошо. В общем, это как бы конкурс без приза, просто так, чтобы весело, может, было. Ведь это приятно получать поздравления. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!